Это была простая проверка ваших способностей. Вы же не думали, что я поручу вам дело, которое и яйца выеденного не стоит? За все эти годы нам так и не удалось отыскать источник темной энергии. Бессмысленно бороться с последствиями, если не можешь устранить причину. Если нам удастся вернуться в те времена, когда это место называли древним городом, сумеем все исправить. Раньше и я так думал. Но шаманы уверяют, что человеку с сумеречной раной это под силу. Для начала нужно побеседовать с Доюном. Давным-давно он был старшим стратегом древнего города, а теперь превратился в кровожадного призрака. Его душа крепко-накрепко связана с прошлым города. Сейчас его призрак бродит по обители стенаний. Да, должен же кто-то выполнить поручение шаманов, если Доюн разорвет вас на кусочки. Встреч. Доюн был хорошим человеком. Он предпочел пожертвовать жизнью ради жителей древнего города, хотя имел возможность спастись. Запомните кое-что. Важно, чтобы именно я нанес Доюну решающий удар. Вперед! Не стойте на месте! Если нашли на смерть. Не соблюдены условия использования. Не соблюдены условия использования. Похоже, нас уже ждут. Это же жена Доюна. Прошу вас, не бойтесь. Вы пришли, чтобы поговорить с моим мужем? Я Ли Сэнхи, супруга Доюна. Вот уже 30 лет он бродит по земле, не зная покоя. Он был добрейшим из людей, но все изменилось с тех пор, как он превратился в призрака. Нет, не может быть. Друг мой, не откажите мне в просьбе. Дайте моему мужу возможность прийти в себя. Если к нему вернется разум, хотя бы ненадолго, может быть, мне удастся уговорить его покинуть этот мир. Прошу вас. Спасибо. Спасибо вам, друг мой. Он скоро появится. У нас мало времени. Прочь с дороги! Еще недоступно. Наконец!
страданий! Прекратите! Дою. Прошу тебя, Дою, вспомни о своем долге. Нет, хватит! Очистись от тьмы. Любимый. Что случилось? Как я здесь оказался? Я призрак? Неужели? Значит, что-то случилось в тот ужасный день. Теперь я вспомнил. Вождь Чанчу убил меня своими руками, чтобы я не превратился в чудовище. Мучимый виной за то, что я не сумел защитить древний город, я стал призраком. Если бы не зов вождя Чанчу, им бы я и остался. Волчан, опусти меч. Следуйте приказу до Юна! Мы защитим древний город! Лакерок, Волчан! Следуйте приказу до Юна! Мы защитим древний город! Это моя вина! Благодарю вас. Если бы не вы и вождь Чанчу, я бы никогда не обрел покоя. Хоть я и не успел окончить все дела, мне пора отправляться в земли мертвых. Вместе с Ли Сэнхи. Исправьте мою ошибку. На вас вся надежда. Друг мой, подойдите сюда. Красавец. Коль до Юна, это нить, соединяющая прошлое и настоящее. Если следовать за ней, вы сумеете вернуться в тот роковой день. Это единственный способ наверняка узнать, что произошло в древнем городе, и исправить это. Вы должны разыскать источник темной энергии. Судьба города духов теперь в ваших руках. И да, и нет. Это нечто вроде объединения сознаний. Вы вселяетесь в чье-то тело и управляете им. Это возможно лишь благодаря сумеречной ране. Сейчас вы находитесь на границе, разделяющей живых и мертвых. Поспешите, мы будем ждать вашего возвращения. Вы поймете, что делать, как только окажетесь там. Поторопитесь! Стоите! Это демон! Быстрее! Чего застыли? Возьмите себя в руки! Времени у нас в обрез! Нужно доложить Ду Юну о том, что здесь происходит. Сейчас он на базе беженцев. Бегите туда со всех ног! Скорее! Yeah!
Стойте! Увести тех, кто еще не заразился тьмой! Я останусь с мамой! Без нее я никуда не пойду! Господин, держите себя в руках! Чего вы ждете? Выполняйте приказ! Юхан, не волнуйся! Иди первым, а я сразу за тобой! Скорее! Нужно бежать отсюда! Вы пришли помочь? Даже если вы не солдат царства Ун, прошу, обнажите меч. Нам понадобится любая помощь. Спасибо. Выслушайте меня и выполните все в точности. Видите этих людей? Они пытались покинуть город в надежде спастись. Увы, их тела отравлены тьмой. Жителям уже ничем не помочь. Все, что я могу, попытаться остановить темную энергию и избавить этих людей от жуткой участи. Лучше погибнуть человеком, чем обратиться в демона. Есть только один выход. Я должен предотвратить катастрофу. Доверьтесь мне, прошу. Убейте жителей, зараженных тьмой! Иначе они обратятся в демонов! Что? Вы убьете нас? Неужели нет другого выхода? Командир, мы не можем этого сделать! Вы слышали мой приказ? Нет, вы не можете! Ты поступаешь правильно, любимый. Прошу, позаботься о Юхане. Он убил свою жену! Идите! Солдат не должен давать волю чувствам! Слушаюсь, командир! Нет, я не могу здесь умереть! Я не хочу! Помогите! 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 Боже мой, прости меня. Спасибо. Хотя рука моя не дрогнула, сердце обливается кровью. Но долг превыше чувств. Я должен запереть ворота древнего города. Нужно остановить тьму любой ценой. Я отправляюсь на заставу Чанчу. Встретимся там. Будьте осторожны. Это граница древнего города.
Наконец-то вы здесь. Мне удалось кое-что узнать об источнике темной энергии. Говорят, молодой правитель отдал приказ мастеру кристаллов подготовиться к тайному ритуалу. Я говорю о Собгване, старшем брате императора царства Ун. Он очень изменился с тех пор, как его отец назначил своим преемником Собквона. Я боюсь, что наш правитель помутился рассудком и совершил какую-то глупость. Он неспроста послал за мастером кристаллов и принцессой Сопсоль. А я-то, глупец, сам привел ее к правителю. Как только принцесса вошла, Собгван тотчас же отдал приказ начинать. Я не знаю, что произошло, но после ритуала город погрузился в хаос. Принцесса наверняка попала в беду. Отыщите место проведения ритуала. Я присоединюсь к вам, как только оставлю указания для Чанчо. Если по пути вы встретите солдат, отравленных тьмой, будьте милосердны и отправьте их в земли мертвых, прошу вас! Встретимся позже! Зараженные жители не должны выбраться за пределы города!
Вы вернулись? Шаманы Чанчо отправили к нам на помощь великого воина, своего вождя. Это даст нам шанс продержаться до появления хранителей. Помочь нам способны только они. Никто больше не сможет изгнать темную энергию из древнего города. Сейчас наша задача — сдержать натиск врага. Давайте разыщем вождя Чанчо. Следуйте за мной! Нет! Сейчас мы проверим, на что вы способны. Далеко идти не придется. Чувствуете? Воздух пропитан темной энергией. Нам лучше поторопиться. Эй, Даю, что с тобой? Неужели? Тьма уже отравила мое тело. Я не смогу помочь ни принцессе, ни правителю. Вам придется взять это на себя. Не печальтесь обо мне. Что? Врата в земле... Неужели? Неудача? Нет, не верю. Небеса должны были выбрать меня! Неужели Собквон достойней? Почему не я? Почему? 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 О, Юран, где же ты? Неужели ты солгала мне? Ты обещала! Обещала, что я стану правителем! Кто вы? Юран... Вы видели ее? Обманщица! Где она? Вы прячьте ее! Где она? Отвечайте! Нет, нет! Цель слишком далека. Я стану императором! Боги отвернулись от меня! Брат мой! Брат! За что ты так со мной? Почему? Даюн, где же ты? Ты обещал, что защитишь меня! Даюн! Даюн! Пожертвовать собой ради других, как безрассудно и глупо. Даюн, зачем ты так поступил? Вы поклянитесь сделать так, чтобы гибель Даюна не оказалась напрасной. Хорошо, теперь ступайте к шаманам на заставу Чанчу. В одиночку им не сдержать демонов, что рвутся за пределы древнего города. Вам придется помочь. Я догоню вас! Ступайте, скорее!
Неужели это солдаты Дуюна? Хранители уже... Неужели это солдаты Дуюна? Хранители уже на пути сюда. Они сумеют все исправить. Вот увидите. Мы сделаем все, что в наших силах. Помогите нам продержаться до прибытия хранителей. Прошу! Подмога уже близко! Остановитесь, довольно! Хранители, наконец-то! Теперь мы сумеем остановить тьму! О, здесь сам Хон Саккын, основатель школы Пути Хона! Поприветствуйте его, раз выдалась такая возможность! Спасибо вам. Я знаю, как тяжело вам пришлось. Вы заслужили отдых. Не волнуйтесь. Хранители сумеют сладить с темной энергией. Я не забуду о вашей помощи. Благодарю вас. Не по зубам. Ха-ха-ха-ха-ха!
Спасибо, Хон Сакэн. А толку? Тьма повсюду. Манхван рвется в мир. Когда же кончатся все эти битвы? Меня долго не было. Простите. Не извиняйся. Не надо. Без тебя мы бы не смогли запечатать Манхвана. Главное, что ты смог вернуться целым и невредимым. Мы очень по тебе скучали. Ну уж ладно. Она заражена тьмой. Нужно убить девочку, пока она не превратилась в демона. Эй, Биволь, ты что? Здесь ты бессильна. Зачем тебе эта девочка? Все позади. Как тебя зовут? Чин Саю.
Утрите слезы. Пора переходить к делу. Вы стали свидетелем некоего ритуала в королевском хранилище. Похоже, он причина всех несчастий древнего города. Подозреваю, что это был обряд испытания небес. Увы, я никогда не видел его своими глазами и не могу сказать ничего определенного. Санак отправился на поиски записей, которые помогут нам выяснить правду. Помогите ему, и мы выполним свою часть уговора, заключив союз с Альянсом. Нюма! Идите сюда! Где вы пропадали? Я уж было подумал, что вы остались в прошлом. Надеюсь, вы не успели позабыть, что за ритуал провел Собгван. В городе духов спрятан сумеречный гримуар, книга, посвященная обряду. Давным-давно ее написал Сонтекхен, один из ученых царства Ун. Она исчезла после его смерти. В книге 5 томов, но лишь последний описывает обряд испытания небес. Похоже, Собгван понятия не имел, какая из глав ему нужна. Вот и отнес в хранилище все, что сумел найти. Нужный нам том наверняка там. Стойте! Куда вы так торопитесь? Я не рассказал самого главного. Темная энергия обратила письмена гримуаров демонов. Вы должны расправиться с чудищем, в которое превратился 5-й том. Ступайте в подземное хранилище. Чем скорее вы отыщете нужного демона, тем лучше. Скорее! Друг мой, уделите мне минутку. Говорят, что до своего чудовищного перевоплощения... Желаю вам удачи!